Здравствуйте, с вами Таганрогский живоголок. Меня зовут Владимир Удовицкий. В предыдущем видео люди увидели за кадром вот этот инкубатор в рабочем состоянии. Начали задавать вопросы. Ну, я вам, конечно же, расскажу, секрета у меня нету. Значит, это новая модель инкубатора, тестовая. Инкубатор в данный момент находится на тестировании. Запросили у меня этот инкубатор гусеводы. Попросили сделать модель инкубатора с размером ячейной вкладки на 100-120 гусиных яиц. Что из этого получилось? Получился вот такой инкубатор. Он имеет полностью вытяжку, продувку, температура, влажность. Отключение у нас сзади, это у нас свет. Мозги у нас съемные, провод внутри на разъеме. Для теста я закладывал, давайте сразу скажу по мощности. Мощность самого инкубатора составляет 120 ватт. 120 ватт мощность инкубатора. Так, сейчас у нас тены в выключенном состоянии. И посмотрим на табло, я тут замеры делал. Значит, инкубатор уже в рабочем состоянии, 38-й день. Так, видно, не видно. Значит, сейчас потребление 41 ватт инкубатора за 38 дней. Значит, 38 киловатт потрачено. То есть это, грубо говоря, в сутки 5-6 рублей он будет тратить. Напряжение 213 вольт сейчас у меня в сети. Инкубатор дает сейчас 42 ватта, работает за 38 дней, 38 вот с копейками киловатт он потребил. Значит, в инкубаторе заложено яйцо индюшки, яйцу 27 день, сегодня индюшка начала лупиться. Я заказывал 30 яиц специально для этой модели инкубатора, чтобы его протестировать. Погонять яичко, как оно будет крутиться. Лотки, если вы заметили, у нас роликовые здесь. 10 роликов в каждом лотке. Здесь, значит, 3 лотка. 1, 2 и вот тут а третий. Как только они покрутились, на вывод мы их ставим вот такие вот оцинкованные лотки. То есть яйцо перекладываем. Вот обычные оцинкованные лоточки. Значит, индюшка, хайбрид конвертер, крутится 27 дней, и до этого инкубатор гонял я на холостом ходу, на пустую 10 дней. То есть 27 и 10, получается 38 дней в данный момент инкубатор не выключается. Естественно, я ему делал отключение, когда остужаю яйцо. Ну вот, в принципе, как бы так. Сегодня начался вывод. Хочется сказать по яйцу, по тестовому. Брал я его у Натальи, яйцо 30 штук. Мой уютный дом, канал. Значит, из 30 неоплода у нас вышло 3 штуки, 3 яйца. Вот они здесь, у меня до сих пор лежат. Я их не выкидывал, чтобы не попутаться, как говорится, не сбиться, потому что еще других дел куча, чтобы все лежало пока тестируется. Давайте откроем. Значит, вот так вот инкубатор выглядит изнутри. Вот сегодня уже начали лупиться. Имеет два вентилятора, нагреватель и увлажнитель. Вот сейчас включился увлажнитель. И давайте достанем, посмотрим, что у нас сейчас тут вылупилось. Вот они. Порода хайбрид конвертер. Сейчас попробую посчитать. 27 яиц. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. 17 яйцов пока вылупилось. Ну, давайте, наверное, вот это вытащим мы. Это я не вытащил специально, чтобы вам показать. А сюда вставим другой лоток. И пересчитаем как раз. Эти пусть обсыхают. Так, один,
два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, 12, 13, 14, 15, 16, 17, ой, не могу, достану, 18. Так, и вот яичко, тут еще несколько штук лупятся. Так, 18 индюшат, вот они. Уже вышли, вылупились, пусть сидят в другом лоточке. Лупится, вот они лупятся. Давайте на скорлупку посмотрим. Я ж не показал, не посмотрел. Так, ну вот остатка никакого. Хотя яйцо в первую неделю подвергалось жутким перегрузкам. По калибровке, по настройке инкубатора. Вот яички, в принципе, все чистенькие. Пуповина остается, конечно, это. Вот они, яички. Прекрасненько все. Давайте еще одно посмотрим. Вот оно, все сухенько, все чистенько. Нормально идет вылуп. Все прекрасно. Закрываем пока вас, ребята. Будем рассказывать дальше. Так, значит, давайте по размерам инкубатора. По мощности уже сказал. Так, ширина 56, длина 65 и высота инкубатора 59. Вот такой размер инкубатора. В новых моделях, значит, здесь у меня 30-й уголок и 24-й сэндвич панели. Новый инкубатор, который будет делаться на продажу для гусеводов, именно вот такие, кого заинтересует, будут делаться с моего доброго 32-го сэндвич панели. Не устраивает меня 24-й, как ни крути, не знаю почему. Возможно, считаю, что это бюджетный вариант. 24-й сэндвич панель, хотя он справляется прекрасно, ничего сказать не могу. Но я буду делать эти инкубаторы 40-го уголка и с 32-го сэндвич панели. Значит, вот такое будет изменение. Мозги будут у нас ставиться такие, и мозги будут ставиться несъемные, как на наших других моделях инкубаторов. По яйцу. Значит, почему меня запросили именно такие вот, такой переворот. Яйцо, кстати, переворачивается каждые 2 часа ровно на 180 градусов. Вытяжка у нас, продувка, срабатывает каждый час на 1 минуту. Этого достаточно, чтобы поменять весь воздух в инкубаторе. То есть обогатить, освежить, загнать чистенький кислород для наших птенцов. Пересадили меня сразу. Улеглись спать, все, они устали, бедолаги. Кто-то чистится, кто-то уже спать лег, чтобы не отвлекали. Свет выключим пока, ребята. И дремать. До завтра пусть сидят тут. Завтра будем в брудера. Кстати, уже люди приедут и заберут. Так, поехали дальше. Гусеводы запросили у меня, что происходит в обычных инкубаторах, когда закладывается гусиное или утиное яйцо. То есть вот его вот так заложили. И оно у нас крутится или так, вот давайте с морды начнем, или так. У кого в этом направлении лотки, то поворачивается или так, или так. Нижняя часть, зад, у нас получается никогда вверх не поворачивается. То есть вот гусиное яйцо лежит, не знаю, но мне гусеводы сказали, что хотелось бы, чтобы вверх поворачивался. То есть на этих лотках прекрасно переворачивается вот от такого до вот такого. На 180 градусов, пожалуйста. В мозгах здесь программируется
любое время переворота можно установить, хоть четко оно будет переворачивать. По уместимости, значит, куриное яйца, 63 яйца в лоток, это 189 яиц влазит куриных. Индюшиных, по моим расчетам, я брал 30 яиц, ну влазит каждый лоток, они у меня свободно лежали. 45 яиц индюшиных, хайбрид конвертер вот этого яйца, вот оно клеймо. И гусиных у нас это получается по 36 яиц, ну, больше сотни получается, как люди и просили. Вот, в принципе, вот такая модель. Многие, кстати, я же делал не один инкубатор, а партия их делал, уже раскупили, люди также же пробуют. Сейчас просто оповещаю, что модель будет обновляться, будет 32 сэндвич, 40 уголок. Поменяю я здесь что еще? Здесь, если вы заметили, внутри тележка. Выносная, на ней все, проводка, вот это все дело. Ну, мне это немножко не нравится. Ее не будет. Будут вот так полочки сразу, вот как здесь. Они будут просто прикреплены на корпусе. Она здесь, вот эта выносная корзина, она здесь большой роли не играет. Она здесь просто-напросто не нужна. Только удораживает продукцию по расходу материала. Ну вот, наверное, пока и все. Я думаю, гусеводы будут рады. Тест проводился на индейке Hybrid Converter. Вывод продолжается. В конце месяца поступит яйцо гуся. Я заказал. Конкретно покажу яйцо гуся. Будет серый крупный гусь. Привезут мне, уже оплатил. Привезут один лоток. Там лотки по 15 яиц и по 20 яиц. Вот сколько яиц мне привезут, столько я заложу. Обязательно вам покажу, сколько в эти лотки влазит гусиного яйца. Ну, для гусей, для утей вот эти лотки, ну, не знаю, мне понравились. Я никогда в них раньше не крутил, ничего не делал, но мне они понравились. Допустим, курица, если у нас вот так вот крутится, вот так вот, да, там, в ту сторону или в эту, она как бы все на низ это давит, а вверх у нее пупырка, ну, попка, где она может дышать, то у гуся или утки действительно вот повернули так, а нижняя часть получается она всегда тоже как мертвая зона. Здесь на этих лотках такого не происходит, оно яичко поворачивается у нас ровно. Ну вот, наверное, и все. Будут вопросы, спрашивайте. Расскажу, покажу, объясню. Вот такая моделька на 189 куриных яиц. Ну а дальше кому как удобно. Гусиных, утиных, индюшиных.